Сегодня у нас 30 июня 2015 года. Это мы находимся в деревне Потеряевка. Вот наш храм православный. Вот это наш лагерный, детского православного лагеря Стана. Пруд, где детишки купаются. Сегодня вот хорошая погода, и ребятишки решили половить рыбку. У нас гальяны тут водятся, небольшие такие. Вот. Им очень нравится рыбалка. И вот мы немножко подкопали червей. Сейчас у нас уже начало 9 вечера. Вот мы решили, как раз тихая погода, ветра нету. Вот. Это вот Паша у нас. Эти у нас спирс не готов. Спирса-то удобнее было бы. Ну да, было. Там много народу можно расположиться. А тут вообще можно проводиться. Здесь не так-то удобно. Так. Мне удобно. Я тоже какой-то тагил. Аккуратнее. Там смотри, крючок зацепится, не за тебя сейчас. Не зацепится. Я опытный. Андрей, ты насадил червячка? Ну что ж, моя рыба. Это еще. Чай. Ну-ка покажи, а ты куда? Куда? Все, ты что делаешь-то? Ты кого собрался? Щуку ловить, что ли? Кирилл, ты умеешь насаждать? Да, и вот помогите мне. Где ты насадил? Длинный он. Сильно, види. О, блин, ну, ты подними его. Сейчас попробую. Подними. Ты что теряешь такую червяка? Берите. Червяк должен чуть-чуть только прикрывать жало. Кончи. Остальную часть отрывайте и кладите в баночку. Вы что? Он у вас тянет просто этот гальян. Если у вас будет много болтаться. И останется у вас. Еще отрывай. Что? Наслаждай его еще или оторви. Такого, конечно. Вот так, о, вот так вот нормально. И на прикол. Что-то маленький все равно кусочек был. Длинно не насаживайте. Оторвите. Что оторви? Ну куда вот такой этот еще тут? Ой-ой-ой, он тебя схватит и утащит. Сами подержите удочку, пожалуйста. Отрывай вот здесь вот, в эту часть. Вот здесь вот. Только не по самому железку. Ну что ты, вот здесь вот, вот так вот. Все, клади ее туда. И вот здесь вот сейчас насаждай полностью на это, туда, вовнутрь. Полностью на крючок остатки. Я-то думал, вы все знаете, а вы, оказывается, многие ничего не знаете. Просто удочку-то держать надо, а вдруг какой-нибудь карась как хватанет и останешься без удочки. Они вообще только там ловятся, по-моему, карасей. Рыбак должен держать в руках, иначе как получится. Дядь Володя! Че? Можешь попробовать оттуда? Сюда, дядь Володь! Думаю. Сейчас все вместе тут попробуйте. Ну, у вас, конечно, близко к берегу. Я дальше закинуть не могу. Дальше откидывайте. Меняйте местоположение, держите в руке. Помоги, пожалуйста. Вань, помоги, пожалуйста. Ох, червячка, нацепите, пожалуйста. Вань, помоги, пожалуйста. Могу. Дядь Володя, нацепите мне червячка. Вань, ну, видишь, я занят. У меня главная работа, видеосъемка. Раз уж пришли рыбачить, вы должны уметь рыбачить. Нестор, как ты? Я умею. Как ты? Нестор, аккуратнее, а то зацепишь кого-нибудь лодкой в этой удочке своей. Во, вот у кого настоящая удочка, так это у Кирилла. Он такой не только гальяна будет уловить. Так. А у Вани что, не настоящая? Нет. Ну, у него короткая просто. Да. У Кирилла у него взрослая удочка. Чего у тебя такая длинная? 3 метра. Вот так вот надо? Надо срочно пирс восстанавливать. Тогда вы будете интереснее рыбачить. Ничего себе, я вообще этот, стрекоза уселась на мою удочку. Кирилл, у тебя такая удочка длинная, закидывай дальше. Ну, возле берега, возле берега, рыба не будет. Тихо. Вот и тихо.
Ты что, Арсений? Ты сейчас тут бороду такую создашь. Подальше отойди от него, если закидываешь. А я правильно зацепил червяка? Да нет, конечно. А как ты его слишком длинный зацепил. Я не знаю, как его зацеплять. Ну, показать надо. Кирилл, покажи ему. Рыбалка фигня. Кирилл, свою поставь пошел? И покажи ему. Сейчас. Зачем пошел? Нет, на, подержи мою удочку. Ну, он так должен смотреть только, чтобы он понял. Что тебе сделать? Червяка ему насадить надо. Покажи, какого размера должен быть червяк. Он слишком длинный взял. Куда его такой? Смотри, туда не смотри. Смотри. Вот видишь крючок? Вот видишь? Берешь вот так. Вот так попиливаешь. Так немножко попихал, взял вот так, оторвал ему. Нет, получается. Сейчас я его наделаю еще лучше, чтобы не оторвался у меня. Вот так вот оторвал. Все. Все, чтобы главное жало не торчало, иначе рыба почувствует. Вот сюда. Держи. Только подальше отходи от них. Тут не закидывай сейчас, близко. Только подальше уйди. Сейчас положим. Ты, Андрей, ты умеешь? Да. Ты просто сильно много лески тогда намотал. Да, слишком много лески у тебя точно, Андрей. Нет вообще лески. Чем больше, тем лучше. Где эта рыбешка? Где рыбешка? Ну где рыбешка? Надо пробовать. Где эта рыбешка? Ой, где еще? Я поближе. Да ты зачем так сильно бултыхаешь? Вся рыба-то и от этого и уходит, то что ты такой шандарах делаешь. Ну почему? Она любопытная рыба. Ей же любопытно, что тут плескается. Где мечи? Да. Ну где? Тихо, помолчите уже, а. Нестор? А, ты Нестор делаешь? А, вон там бороду целую. Понятно. Что ж ты так Нестор неаккуратно-то? Я ничего не делал, я просто взял, а вот попал. Просто она просто запуталась. Угу. Что там, вон рядом с Пашей, иди туда. У тебя все зацепилось, а? Что ты там собрался ловить? Ты что сделал? Дай сюда Тарас свою удочку. Дай мне удочку свою сюда. Дай сюда его удочку. Зачем? Дай мне. А почему за это? Я лучше тебя знаю, чем он купался. Да, лучше, знаешь, как утонул. Грузила она меньше. Да, грузила с ней большой, взяли. А как у Арсения дела? Дай удочку Кириллу. Тарас. Тарас, дай сюда. Тарас, дай удочку. Менять надо места положения вам ходить. Ой, смотрите, сколько они грузилов тут настрогали. Три грузила положили. Как ну, крючок не за. Ой. Ну по незнанию. Ты уж прости их. Ты всегда это держи за крючок. Ты что, Арсений? Зацепишь кого-нибудь или самого себя поймаешь? Блин, ты вообще что ли? Сейчас уйду. Короче, Тарас, все, наловился ты рыбу. В лагере я тебе буду ее распутывать. Значит, не ее сейчас крючок снимать этот весь. И кузила потом. Ну дай ему так хотя бы, пускай он пускай немножко держится у него на плаву. Сейчас чуть-чуть хотя бы. Он не словится рыбу? Не знаю. Ну, словится, она уже будет у тебя тонуть, ты увидишь сразу. Если она будет, конечно, клевать. Вам надо было там, ближе к пирсу, Ваня. Там-то много рыбы всегда было. Ты что, аккуратней. Кто так забрасывает? Я. Арсений. У тебя поплавок должен стоять. Да он не стоит, вот в чем дело.
Вася говорит, у него тут немножко тяжело. Я хоть такого крана сделал. Что? Смотреть надо. Ну, я лучше. Неужели у нас гальян весь вымерз? Ну вот так вот и проходит, будут проходить вечера в детском профессиональном лагере ловли рыбы. Слава Богу за все.